родственники Тарантиева, Исмаилбека, угу, заказывая обе эти таблички, не стали делить Алексея. И для них, они в первую очередь сказали, когда вешали эти фотографии, устанавливали, что Алёша для них тоже герой. Праздником всех, да? И детям здоровья. Это настоящий праздник. Молодец, с праздничком. Самолет деген мына ке, мына берде турат, мына ке сүрөттөрү коюлган мандайыбызда. У них была возможность прыгнуть с самолета. Оба их были парашюты, оба были не ранены были, оба. Командир дал приказ прыгать, они сказали, нет, не будем прыгать, мы умрем за Родину, я умру за Родину. Брат сказал Алексею, прыгай, Алексей. Нет, говорит, мы умрем вместе. И вот они как братья-близнецы на горящем самолете в огненном пике совершили таран вражеских танков и автоколонны. По той информации, которую мы нашли от Алексея Ткачева о его награждениях, и в том числе за этот подвиг, нету. Потом это подтвердилось, что Исмаилбек Тарантиев был посмертно награжден орденом Ленина и представлен Герой Советского Союза. Также награжден вторым высшим орденом, это Золотой Звездой. А Ткачев остался абсолютно забытым. Лично мне так больно. Они вместе умерли, прям как тесто они, когда горели, когда падали, они вместе же, как братья-близнецы. Теперь Алексей Ткачев тоже кое-что должна получать же. 19 лет сейчас, вот у меня сын младший, 22 года. Как ребенок, 13 год, а 19 лет такие, это прям даже хоть не можешь рассказывать, плакаться хочется. Хотя бы для их семьи Алексей Ткачев будет героем Советского Союза. Угу. Так и осталось. И вот с обновлением памятника мы не стали менять эту надпись. Как бы камни новые, фотографии старые, вот эти таблички. Угу. Так и остались два героя Советского Союза.